Ну, Юрий, что, все спорится. Второй заброс с удочки. Вот этот красавец уже. В холодной воде. Метр от берега. Какой плавник роскошный, крупный. Для наших мест это крупный считается. Больше длины ладони. Грамм 300-250. Ну, как минимум, я уже голодный не буду. На подножный корм себе поймал. Первый заброс. Не буду говорить где. Ну, практически 1,5 метра от себя. Тут же поклевка. На нижнюю мушку, кстати. На удочку. На спиннинг вот не бралось пока. 11 часов 06 минут хабаровского времени. В попытках найти хорошее место путешествую по заломам. Сейчас лазил вот на этот вот островок. И с него покидал вот под те коряги. Абсолютно никаких поклевок. Да, тут, конечно, залом страшенный. Страшнее, чем нижний, гораздо. И главное, что не видно, как перейти. Ну, я вот по трем бревнам дошел. Раз, два, три. Вру, по трем. Четвертая, нет, по четырем. Четвертая вон там. Ну и осыпается земля, как бы. Короче, при этом он не очень прочный. Тут дырки есть сквозные, тонкие. Но здесь глубины чуть меньше, а вот там на течении сразу затащит. Хотя здесь тоже по 2 метра вот яма. Ну, ни удочкой, ни спиннингом здесь вообще не закинешь. Странно, почему не берет, не знаю. Вот сейчас под заломом мелкого линка вытащил на том же месте. На большую, причем блесну. Мошки много, что-то мошка совсем заедала. Ну, тепло 11. Включился режим лета. Это грохот, едет поезд. В 1,5 километрах бамовская ветка. Вот там вот. За лесом. Но у меня костерок. Ох, что-то чересчур я его кочегарю. Ну, чтобы прогрелось, просушилось. Под тентом. Блин, ветер неудачный. Летит сюда. Да, так можно и прожечь. А тут сплошная ива. Придется его сейчас с легонца сдвинуть. Взад. Ну, сижу пока вот. Час потратил, сделал навес хороший. Еще полчаса бегал, палки вырезал перед самым вечером. Ну, как сказать. Ветра, конечно, он не выдержит. Слишком хлипкий, надо крепче противовесы делать. Желательно из цельных. Я сделал половинки. По-хорошему надо делать цельные. То есть вот, берется напополам чурка. Прибивается на два гвоздя. Ну, длина, конечно, избыточная. Реально, хватило бы вот такой вот, потому что рычаг большой, может сдуть. Ну, ветра не предвидится, поэтому я вот так вот. В перспективе на зиму, что это засыпет снегом, и оно будет торчать. И зимой я еще пару палок проложить вот таких вот, наклонных, как бы, по углам и вот здесь. Можно попить чаю. Все, сегодня будет очень тепло, не будет никакой росы, к тому же тент зеркальный. Это он отражает тепло очень хорошо. Поэтому я вообще не буду страдать от холода. Даже, наверное, буду от жары страдать. Поэтому сейчас камин надо растопить по ширине, чтобы он в длину был продольно. Мало вот здесь камней, конечно. Надо 3 ряда минимум. Ну, крупных камней почему-то здесь нет. Таскать издалека приходится. Поэтому у меня вот такие вот ограничения. Ну и затащить надо вот доски еще туда, чтобы они там здесь, вернее, не мокли. Затащить надо вот под это самое. Ну, сидушка остается со столиком. Запас дров тут солидный. Плюс еще там ветки. Плюс еще куча сбоку вон там. Ну, хватит мне.
Тут еще на пару раз. Ну, не на пару раз. Ну, в принципе, да. Если все сжигать так дотошно, то раза на два. Если уж пеньки начать жечь, так вообще. Извиняюсь. Вот такие вот дела. Просто эффективно, без всяких лишних. Свежий воздух опять-таки. Обзор хороший. Соответственно, моментально можно среагировать на того же хищника там. Или еще что-то вокруг происходит, если интересно. Ну, а тут луна. Сейчас выключу. Вот она. Оп. Сейчас я... Лунная дорожка. Бликует даже. Там вот рядом планета. Вот она. Марс, похоже. Дальний Восток. 7:05 утра. Холод адов просто. По сравнению с неделю назад ночью. Да какой неделю? Даже 6 дней назад. Каких 6? 4 дня назад. Ну, в общем, дубак страшный. Страшный мороз. Чувствуется уже все. Осень, никакого лета. Я, конечно, спал как крест, но все равно, как только дрова прогорают, моментально дает о себе знать место, где ты находишься. Хотя сны видел. Так, у меня тут чай закипел. Ну, я еще в плане хочу кофе сделать. Чай это так, на разогрев. Ай, блин. Не фиксируется крышечка. Все хорошо, но вот ее держать надо. Хотя тут полная кружка. Ну, сейчас еще кипятку взбахаю. Кофе я хочу выпить. Так. Нужна вторая рука. Вот такой вот утренний фэншуй. Там вот журчит огромная коряга. Ну, не огромная, но здоровая. И большой водопад. Там залом такой, улова. Ямка. А здесь вот потише плесик. Ну, сейчас он мелеет. Хотя рыбка тут, конечно, есть. Несмотря на то, что вчера бегали рыбаки тут. Но они не умеют рыбачить, они пугают, я говорил уже. Поэтому результаты у них плачевные. Ну, а я сегодня уже счет открыл по хариусу. Продолжаем дальше. У меня хариусный такой сегодня и вчера заход. Но, тем не менее, на крупняка я тоже периодически ставлю большую блесну. Воблер хочу поставить, ну, просто по ямам. Пара ям проветрить их, проведать. Вода мелеет, все. Как я уже говорил, ночью холодина была. Сейчас вот солнце немножко так прижарило. Ну, может, будет 12 тепло. Может, 18 будет, 20. Но в целом, в общем, уже даже холоднее, чем вчера. Вчера я шел 8. Было терпимо еще. А сегодня в 8 я, блин, согревался кофеем, капучино. И у костра порыбачил и пошел погреться. Потому что дубак. А в 7 так вообще. Вот-вот и заморозки. Ну, октябрь все сурово. Первое число заявил о своих правах. Вон полно листа павшего в речке. Все, лист. Это еще долго он задержался. По правде говоря, вот для 1 октября вот эта картина, она крайне нехарактерная. Что опять-таки говорит об изменении климата. Моя любимая тема, да. Ну, он как, он не теплее вроде как, он смещается. Сезоны смещаются, размазывается само их. Как бы не такие они стали, как раньше были, да, то есть летом тот же дождь, холод, а вот осенью тепло. Ну, здесь, конечно, кайфово, потому что на Амуре наводнение, там никакой рыбалки, вообще никакого отдыха даже.
по причине залитости. То есть океан бушует. Радостные вопли там, что в Хабаровске на 15 сантиметров упал. Ну, к Комсомольску не относится. В Комсомольске это спадет через пару недель. Потому что там налилось только в эту водохранилище. Ну, вот тут никого не было. Даже мои заготовленные дровишки никто не поджигал. Коробочку что-то сбросили из-под воблера. Ну, это ветер мне. Ну, рыбаков не вижу. Ну, солнце классное, конечно. Ночью была луна. Но... идти вот сюда вот мышачить у меня не хватило пороху, да и холод. Хотелось поспать. Да и, собственно, результат сомнительный. Потому что если бы она была, она взялась бы днем. Ну, вот сейчас уже жарко стало. Даже курточку можно снять. Синенькую, теплую. Но это радует. Хоть как-то прогноз сбылся. Сейчас я, наверное, перейду вон туда, на мыс. Хотя можно и не переходить. Наверное, лучше вот сюда в теневую покидать сторону. 3-4 заброса, и все, в принципе, ясно. Будет она браться, не будет. Мысля была вот по плесу еще прогуляться. Ну, несколько позже, наверное. Ну, а там прогуляться с удочкой, конечно. Ну, я вот сейчас хочу дойти с блесной. Потом перекручу удочку, иду с удочкой обратно и там собираю лагерь уже. Часов 12 я отсюда отчалю сегодня пораньше. Сейчас я вам покажу правду жизни. Вот кита дошла, и она не рестится. Но мне мешает свет, к сожалению. Она стоит под берегом, во-первых, ее видно плохо. А во-вторых, к сожалению, там мелко, и вода падает. Скорее всего, там, где они ямку кидают на нерест, это все погибнет. Парочка стоит. Но сейчас я попробую к ним подойти, снять. Дело в том, что я уже одну тут зацепил, поймал. Ну, ради эксперимента отпустил обратно. Она вот здесь прям крутилась. И я так понял, что она где-то тут ямку сделала. И вот думал, что она стоит одна, без пары, но потом обнаружил вторую. Кита мелкая, кстати. Но по идее она людей не боится, если медленно подходить. Воспринимает как деталь интерьера, тем более в маскировочном во всем. Вот он, как это. Вот он боком встает. Ну, увы, люди грабят. Раньше крупнее была тут она. Вот она стоит сейчас. Реку. Думал, она выше пойдет, а она уже здесь вполне. Вот одна стоит, а второй я не вижу. Самец. Уж может это две самки вообще стоят. Так, вот ее спугнул и потерял. Она ушла под коряги сюда. Сейчас, секундочку, ближе подойду. Потому что глубина тут тоже впритык скоро будет. Кита уже зеленая. Ну, то есть уставшая такая, видавшая виды. Вот была серебрянка еще. 2 недели назад заходила. Вот та шла выше. Вот здесь вот под камушком она. Вот, кстати, видно, вот вырыт, разрыт гравий мелкий. Вот она здесь присыпает камушком. Ну, может, достоит, не знаю. Скорее всего, нет, промерзнет все это. Ну, ей виднее, конечно, где нерестится. Вон икринки. Сейчас покажу. Вот они. Липу. Ух ты, бликуют. Вот они. Видно, да? Вот это она отнерестилась уже. Только почему-то они не оплодотворенные. Может быть, я, конечно, не разбираюсь. Ну, то есть, вот в этой ямке это вот ее гнездо. Пугать не будем, наоборот, сейчас бы прикрыть чем-нибудь. Потому что это все сожрется глинами, линками, прочей хренотой. Она вот здесь вот стоит. Вот как, чтобы красную икру. Нет, плохо.
какой-то вот определенный ракурс. Тут еще отражение. Ну там вот она еще. Ну она так вот по берегу раскидала. Течения тут нет, чтобы не уносило. Но она не листится именно в стоячей воде. Чистые, чтобы были родники, проточка, но чтобы вода была стоячая, засыпанная. То есть кидает икру, потом самец поливает молоками. Сейчас сходим вот сюда, вот глянем. Но она должна проявиться как-то. Может, конечно, и на глубину ушла. Ниже. Ну, как бы рыба такая себе на уме. Но это она вот ночью дошла. Через трубы тут пролезла. Через сетки браконьерские. Так что, возможно, будет малек. Конечно, глубины надо, чтобы было метра 2-3 лучше. Цита мелкая, увы. Ну, сейчас постою я здесь издалека. Может, они подойдут к этому месту. Под углом я их вижу, но окраска почти маскировочная. Ну, сейчас не вижу, конечно, они туда ушли, вниз. Соответственно, плюс она отгоняет всю мелкую рыбу. Она будет сторожить это гнездо. Еще с неделю, пока не... конце отдаст от бессилий. Сейчас она еще вполне бодренькая. Вот зашел я повыше специально. С теневой стороны меня не видно. И тут вроде должен быть обзор лучше, но не знаю. Насколько возможно, он видно камушками. Кучу сгреблены камушки. Это вот гнездо с икрой. Вон там стоит самец. Прям я над ним. Он дышит, он вентилируется. Тот ли, которого я на воблер сейчас вытащил, отпустил, не тот, не знаю. Что-то здесь вот, где я тут второе, вот. Вот второе гнездо. Вон оно. Видно, прям камушки в кучку сгреблены. Вот стоит тоже. Дежурит. Ну, пара они вон. Здесь пара, а там что-то он один здоровый. Ну, три их, короче. Вот самец и две самки, получается. Сторожат. Сейчас наведу. Вот она. Вот видно, да? Крутится. Одна, вон вторая. А самец вот он, ниже. Грозный. Собственно, я снять их и хотел. Тут меня оса отвлекает. Потому что любопытно. То есть вот можно видеть, да, если вы или видите горку какую-то камней, это на горной речке. И разогнали вообще всю мелкую рыбу вплоть до галинов. То есть сюда не зайди. Вон еще один самец стоит. А, ну вон того, наверное, я брал. Вот поменьше, который с плавником, с помеченным. Короче, 4 штуки их тут ходит. Что-то странно все-таки. Процесс закончен. Теперь умирание. Они будут чернеть. Сначала зеленые, потом черные. И потом мертвые. Корм. Вот. Вот эта самка стоит. Морда округлая такая. Как я их различаю? Отличаю. Кстати, не видно, что она зеленая, но она зеленая все-таки. Ну и уже черные подпаленные появляются. А вон тут он поздоровее. Вон он. Лучше снято с этой стороны. Ну он, конечно, меня видит, но ничего не сделает. Плюс они еще так пытаются вентилировать иногда. То есть вот старательно перевернули все камушки. Мордой рыли. Ты же сам процесс жалко, я не заснял. Ну тут не угадаешь.
Для всего нужно внимание. Там, наверное, еще есть не одна, наверное, пара по заливчику. Блин, а где четвертый? Я не вижу. Все-таки читал их четыре. Выше, наверное, стоит там под корягой. Резкость плавает, пытаюсь навести на движущуюся рыбу. Вот. Ну вот я сюда кидал под бревно воблер, то есть он сразу его хватанул. Без вопросов. Ну, пройду чуть-чуть, посмотрю, как он на меня среагирует. Будет удирать, не будет. Он так отойдет. Ага, вот еще стоит. О, вот этот вот кряк здоровый. Ну, не один он сейчас. Значит, тут у них пачка гнезд. Вот он еще. Вот он место получше выбрал. Поглубже. Не могу его снять. Бликует. Короче, в этом заливчике они тут отнерестились от души. Все, ушли повыше. Вот они, вот они. Он уже хвост облазит. Разбегайся, рыба. Ну-ка, сколько тут их? 6 штук уже есть. Вот тут не видно, что в камне кто-то переворачивал. А вон еще ходит с белым хвостом. Вон они еще. Вон их. О, ну тут с десяток их будет. А где? А, вот где светлые безыло камни. Тут у них большая кладка, кстати. Вот здесь получше. Тут есть шанс ей продержаться. Ну, я сейчас так постою. То есть вот так вот дальневосточный лосось кита живет. Вот где все разрыто, светлое, видно разница между покрытой илом. Во какой он. Вот этот мощный. Тут килограмм 8-9. Такой даже ближе к гонцам. Вот его съесть не грех, он мясистый. Вполне себе. Функцию свою он сделал, я думаю, поэтому... А вот поменьше это самка с обкусанным хвостом. Кто и хвост обкусал? Ну уже все. Видно, обкусал, кстати, хищник какой-то. Может, на перекате, может, в сетке побил. Вот они ушли на течение. То есть вверх они уже не идут. Все. Хотя могли бы. Сейчас я спрячусь и закончу. Все равно они сейчас вернутся. Может, что еще сниму. Солнце на меня оттуда с юга. Да, пробуровили неплохо, конечно. Вот крупными камушками прикрыт. Пора пить чай, короче.
ушли на течение, не хотят появляться. Ну, это хорошо, что они верхний, потому что хариус бедный бы страдал. С них они бы тут всех кромсали зубами своими. Вот он пришел. Вполне красиво выглядит, очень даже. Переживет всех их тут. Развернулся. Был бы я медведь, уже бы прыгнул давно за ними. Ну, я сытый. Сейчас еще пройду. Отбликует, наводишь так. Грозная такая поза. Океанская рыба. Зубы у них отрастают, когда они идут по Амуру. Так они не особо зубастые. Но во время хода у них клыки прям выпирают. Особенно у самцов. Да, ну видно, вон кладка вообще здоровая. Раскочегарили. Все, а здесь нету. Вот еще похоже. Никто не охраняет. Не, здесь нету, здесь течения. Хотя вот похоже. Вот они. Может, вот это тоже кладка. Ну, значит, будет малек, будет. А, ну вот тут уловца вполне может быть. Будет малек. Будет через 4 года следующий ход. Если не угробят, не отправят. Жизнь идет. Жизнь кипит. Нет, здесь уже нету. Вон там была последняя. Тут уже течение, тут уже банально все. Ну, тут, кстати, линки могут быть и хариус, если их не догрызли, конечно.